Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Антон Ромакко, адмирал Тегетков в битве при Лиссе. Около 1880 года. Дерево масла 87 на 48. Антон Ромакко – один из самых талантливых австрийских художников второй половины XIX века. Его свободная живописная манера и глубокое чувство цвета оказали влияние на такого художника-новатора, как Оскар Кокошка. Ромакко на этой картине очень экспрессивно пользуется светом, пытаясь воссоздать накаленную атмосферу сражений. Выдающийся адмирал предстает перед зрителем в центре как герой или божество. Он выделяется на фоне мощных водяных брызг. Спокойствие и решимость адмирала контрастируют, но при этом удивительным образом дополняется эмоциональностью моряков у штурвала. Автор делает всех персонажей произведения во главе с Тегетгофом очень похожими друг на друга, почти сводит на нет портретные черты, тем самым подчеркивая настроение и характер боя, во время которого все участники становятся как будто единым организмом. Ну, вот такое описание нашел к работе адмирал Тегетгоф в битве при Лиссе Антона Ромакко. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».